В Стамбуле полиция ликвидировала тренировочные центры боевиков террористической группировки «Исламское государство», где проходили подготовку дети. Учебные базы, по данным СМИ, были оборудованы в подвальных помещениях жилых домов. Об их существовании стало известно в ходе рейда в рамках расследования двойного теракта в Анкаре, совершенного 10 октября. Полиция задержала 50 пособников «Исламского государства», запрещенной в нашей стране организации. Все оказались гражданами Узбекистана и Таджикистана. 24 из них несовершеннолетние. Их собирались отправить в Ирак и Сирию. Методами, которыми пользуются радикалы для тренировок, известны. Недавно весь мир облетели шокирующие кадры, где 6-летний мальчик ползет под колючей проволокой под автоматными очередями. Добавлю, турецкая прокуратура установила личность одного из исполнителей теракта в Анкаре. Им оказался старший брат боевика, устроившего взрыв в городе Суруч в июле. Оба связаны с группировкой ИГИЛ.